Красота. А какое сегодня число? 9 апреля. Вылезает из-за крыши наша красавица Луна. Для разнообразия. Не с полей поснимаю, а с балкона, как и положено в карантине. Опс. Сколько время, сына? 10 часов. 10 уже? Ничего себе. 7 часов выходить. Облачность меня напугала. И из-за этой облачности Луна такой имеет красноватый очевидный оттенок. А ты посмотри, она выше поднимается, а уже не это самое, не такая красная. Все равно красная. Ну сейчас выше поднимется, там облако меньше. О, Аристарх, смотри, сынок. Кратер Аристарх. Приметный. Так, а вот и мы. Достаточно она снимал. Грех жаловаться, погодка не подвела. Епс. Так, снова убегаю. Может, правда, еще раз с утра поснимаю, сегодня утром снимал уже Марс и Юпитер. Макс не получилось сфокусироваться. Сатурн, кольца были неплохо видны. Юпитер был, правда, в пересвете. Но 4 галилеевых спутника было видно хорошо. На предыдущих записях на канале можно посмотреть.
Книга на Coolpix, фотоаппарат 5000. Это фотоаппарат с несменным объективом. Это вопросы задаем по объективу. Это мыльница, компактный фотоаппарат. Так, сейчас в кадр еще разок возьму и на том финиш. Это как раз относительно проводу. Упс, перебор. Сделать что ли круг подсчета? Всей луне тяжело, конечно. Камера тяжелая, увеличение большое, малейшее движение, и все куда-то убегает. Так, а меня просили на каком-то идеально круглом кратере сосредоточиться. Идеально круглый черный у нас где? Это полутон, наверное. Идеально круглый черный. А где полутон? А где полутон? Полутон, мой друг, моя истина дороже. Не досчитался нового оператора, ничего себе. Вот он, вижу. Отдельно круглый кратер Платона. Вот он на рестарх, запятая. Вот.